И прямо сейчас мы создаем свой аккаунт, почта не обязательно, пароль пускай будет там 123 QVERTU, допустим, да, тот же самый мы повторяем и во второй кладочке. Так, и по идее мы уже зарегистрировались, отлично, будем играть за мужчину и начинаем игру. Ребята, появляемся мы сразу, где? А походу это, кстати говоря, Луткарина, реально, неплохо, так это все мы пропускаем. И сегодня, ребята, в этом ролике я бы хотел... конечно же, подсказать вам, как правильно пользоваться промокодиками, если вы вдруг новичок. И, ребята, если мы откроем вкладочку ММ, статистика, вы увидите, что я абсолютно бездомный, и, соответственно, у меня нет ничего на проекте. И для того, чтобы реально стать миллионером, а быть может даже мультимиллионером, вам потребуется ввести несколько классных промокодиков, о которых, вероятнее всего, вы даже не знаете, но ведь они работают. И давайте-ка, ребята, приступать. Отъедем куда-нибудь подальше, допустим, в этом месте. Сразу сходу хочу сказать то, что промокодики вводятся в хэштег промо. Это дополнительные бонус-коды, которые позволяют вам очень быстро развиваться на проекте, который необходимо вводить. И, ребята, сразу хочу сказать то, что вводите мой промокод DIMK, он является самым жирным на проекте. И получаете сразу же через 1 час игры VIP Gold на 12 часов скин Моргенштерна на, получается, 12 часов аксессуар на 12 часов и самое главное гелик на 12 часов, но только по после 1 часа игры, поэтому, ребята, вводите его самым первым, чтобы, конечно же, этот час, пока вы будете развиваться, знакомиться с сервером, быстренько прошел, и вы уже начинали играть на гелике, тем самым вы очень быстро, соответственно, можете получить данные плюшки. И, ребята, хочу сразу сказать то, что играйте вместе со мной на моем личном сервере на Казани на 27-м, вот, переходите по ссылочке в описании, и, конечно же, ребята, не забывайте о моем промокодике. Вот, ну а мы, ребята, далее отправляемся, ну, конечно же, вводить следующие промокоды, а именно, ребята, это 18K, который работает и дает вам, конечно же, 2 очка опыта. Если же вы начинаете играть с пятницы, либо же получается по воскресенье, а или же наоборот, или же, допустим, вы отыграли час игры, у вас появляется сразу же кнопочка, иконочка X2, а тем самым мы получаем бы не 2 очка опыта, а 4, но в данном случае у меня нету X2, я не буду ждать час, я, конечно же, получил всего лишь таки 2 очка опыта. Ребята, следующий промокод, который тоже дает вам, конечно же, это уровень, это получается Джун 16. Таким образом, вы вводите его и получаете в очередной раз еще 2 очка опыта. Тем самым у вас бы уже было 8 очков опыта, но пока что у нас только 4. А значит, мы бы уже были бы на, получается, ребята, аж 2 уровне. А это уже очень таки много, потому что вы можете открыть для себя как новые работы, так и новые возможности. Пойдут, конечно же, промокоды, которые будут давать вам автомобили. И сразу же, пока вы начинаете всем этим пользоваться добром, предупреждаю, то что вводите промокоды на автомобили по очереди, чтобы пока действует один, вы не похерили последующие. Если все вместе ввести, пропадут практически сразу же, а потому, ребята, будьте максимально внимательны. Но для того, чтобы забрать призы, просто промо, забрать призы, и, допустим, вот здесь DIMK, у нас будет доступен буквально вот через уже какое-то время, потому что он, как я говорил, через 1 час срабатывает. Ребята, ну ладно, если кто не хочет ждать моего промокодика, а уже через буквально там 1 час уже его будет использовать в других целях, вы сразу же вводите промокод старт и получаете Mercedes V124 на 3 часа. Ну и грубо говоря, ребята, вы откатаете на Мерси там, допустим, тот же час, у вас появится гелик, но, допустим, будете катать на гелике, через 2 часа Mercedes уже пропадет. Но это так чисто на пальцах, объясняя, как данная система работает. Ребята, конечно же, это не последний промокод, который я сегодня хотел бы вам дать. Сразу же хочу сказать то, что вводите БРВК, ребята, и тем самым вы будете получать ВАЗ-окушку на 12 часов. Просто ВАЗ-окушка по этому промокоду. Но есть еще и другой промокод ВКБР. То есть мы сначала вводили БРВК, теперь мы вводим ВКБР, и тем самым получаем еще классные промокоды, а именно BMW Z4 на 58 часов и скин из бригады на 58 часов. Это очень таки неплохие так-то подарки. И, ребята, если мы прямо сейчас откроем инвентарь, допустим, да, слезем с байка, ну и, конечно же, у нас появляется... А, нет, стоп, это не из бригады, это из, получается, ребята, скин донатный, который стоит 15 тысяч рублей. Это, получается, скин Кирилла Муханова, который нам выдает. У меня еще есть, конечно же, промокоды, которыми вы можете воспользоваться. А именно, ребята, промокод, допустим, Shark, который даст вам очень дорогую 7-миллионную
огромную тачку, а именно Mercedes Акула на 3 часа. Нихера себе на самом-то деле, да? И даже если нас заберут скутер, в любом случае мы не расстраиваемся, потому что у нас уже, если мы откроем кара, очень много машин. Аж 4 штуки. Но и этого будет мало, потому что у меня есть, конечно же, и другие промокоды, которые, возможно, сработают. Давайте-ка проверять. Дев, который дает вам, а именно, четырку на 8 часов. Посмотрите на это, охренеть просто, ребята. Ну еще, кстати, на каких-то серверах за место Dev будет работать промокод L. Но вот, допустим, у нас на Казани он не работает, а потому будьте максимально внимательны. Но, ребята, есть и другие промокоды, конечно же, которые вы можете ввести, допустим, PLVR. И вы получаете BMW M5 F90 аж на 3 часа, ребята, нихера себе, да, так-то? А еще одна дополнительная тачка, которой можете воспользоваться. Тем самым у вас тачек уже на неделю, наверное, будет как раз-таки запасено. Ну и для того, чтобы, ребята, получить еще тачки, вам нужно, конечно, ввести вот эти промокоды. Допустим, Pozzy, вот такой промокодик есть, он сейчас не сработает, ребята, видите? Я уже вводил ютуберский промокод, потому что надо дождаться одного часа, пока сработает мой. Но именно этот промокод вам даст... А именно гелик на 12 часов. Сразу же после моего вводите, получается, ребята. А потом, получается, вы еще получаете VIP Gold на 12 часов. И на самом-то деле он был ранее очень жирным, выдавал, конечно же, а именно Bugatti. Но сейчас нужно будет еще и отыграть 10 часов на проекте, чтобы получить эти плюшки на, конечно же, 12 часов. Ну, ребят, на самом деле, да, действительно, пока что, наверное, таки мой промокод очень жирный. Потому, ребята, можно им воспользоваться в самом начале. Ну, ребята, после того, как вы ввели Pozzy, я предлагаю ввести вам еще Барбарий, который тоже будет сейчас ограничен, потому что у нас пока что действует еще вот эта вот акция, нужно один частик отыграть, вот, чтобы потом ввести последующие. Ну и получается, за Барбарика вы получите Silver VIP на 3 часа и скин ютубера самого Pozzy на 8 часов. Ну и, ребята, были еще парочку промокодов по мелочи, которые вы можете найти в моих предыдущих роликах, я их здесь уже не буду освещать, они уже до боли заезженные, потому, ребята, да, я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Списки, их 6 штук, ребята, вы представляете, еще и гелик мой добавится, будет 7, а еще и по мелочи там плюс 3 тачки. Итого у нас 10 машин. Тем самым вы можете тупо неделю фармить свой опыт. А если еще и под X2 вводили наши промокоды на опыт, то вообще вы просто красавчики и уже имеете примерно уровень 3. Тем самым у вас куча новых работ и, соответственно, больше возможностей. Спасибо всем огромное за просмотр. Ставьте лайки. Всем удачки. Всем пока-пока.